Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и пришла пора подводить итоги уходящего года. Тем более на улице вечер 31 декабря, до новолетия, до гражданского новолетия, осталось совсем немного. Год был, совершенно обычным. Если говорить о том, что я успел сделать, то я выпустил фотоальбом о крупнейшем в России рыболовецком колхозе, находящемся в Сероглазке. В конце года подготовил к печати как составитель и выпустил двухтомник «Елисовский район» в газетной строке, в который собрал выбранные публикации из камчатской периодики с 1917 по 1991 год. Вот так вот все. Но самое главное – это другое. Самое главное, что в родне все живы, все, в общем-то, здоровы, а все остальное – ерунда. Все остальное дело наживное. Вышел прогуляться с собаченькою за свою деревню. Я живу в Заозерном. Это зрители моего канала знают. Вот сам поселок там, где-то за моей спиной. А я хожу на прогулке в сторону села Долиновки, которая на горизонте вот там, за моей спиной сейчас. Навряд ли оно видно, потому что у экшн-камеры широкий угол обзора. Вот я, в принципе, и доложил о том, как я провел 2019 год. Жизнь – штука прекрасная. Жизнь – штука радостная. Сейчас идет рождественский пост. Постимся легко и приятно. Гуляю под открытым небом. Гуляю по слабому предновогоднему морозцу. Вот так. Вкратце, итоги года таковы. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится наблюдать на моем канале за моей жизнью, за тем, чем я занимаюсь, за тем, что мне интересно. Пишите комментарии. Если вы здесь на канале впервые, то вот здесь, в правом нижнем углу кадра, есть подсказка. Вот она. Если вы выполнили то, что рекомендует эта подсказка, вы не будете пропускать новые видео на моем канале. А теперь с новым 2020 годом. До свидания. Совсем забыл рассказать. В следующем году на моем канале не будет новых выпусков рубрики «Камчатка день за днем». Я, возможно, буду в соответствующее время заливать уже имевшие место выпуски, но со старыми газетными публикациями и со старыми документами я не расстаюсь и вас без них не оставлю. Просто я буду делать выпуски тематические, посвященные медицине, оленеводству, ездовому собаководству, жизни и быту туземцев и другим аспектам жизни Камчатки. Вот что я хотел
добавить. Пока иду к стоящей на снегу камере, записывающей цайтраферную съемку, так называемый таймлапс. Еще раз всех поздравляю с наступающим календарным 2020 годом от Рождества Христова.